год. Это время подарков, самых счастливых эмоций и радостных улыбок. Тысячи разноцветных огней освещают улицы городов. Наряженные ели, удивительные и необычные украшения создают атмосферу новогоднего праздника. В это время каждый может загадать свои самые заветные желания, а в памяти то и дело всплывают радостные моменты из детства. В преддверии Нового года каждый выбирает свой способ встретить праздник. Кто-то предпочитает большую и шумную компанию друзей, кто-то ограничивается кругом семьи, а кто-то ищет способ как можно больше впечатлений получить в этот день и с этой целью направляется в самые интересные места. Но где бы вы ни находились и как бы ни встречали этот праздник, нам хочется искренне поздравить вас с Новым Годом! Пусть Господь благословит вас и ваши семьи. Держитесь за Христа, и Он сбережет вас от зла и обид, одарит вас своим миром и озарит своим светом. Пусть в вашем доме всегда будет светло и уютно. Пусть беды обходят вас стороной, а любовь сохраняется и пребывает в вашем сердце. Мы, последователи Иисуса, хранители света, пусть окружающие люди в новом году почувствуют тепло и увидят в нас Его свет и откроют для себя жизнь и надежду, которую может дать только Христос. Цвіте душа, нехай намалює цей новий рік на дверях розуму життя оберіг. Терпіння у єдності, любові живий потік, багатства фарбами, нехай намалює цей новий рік. Нехай намалює цей новий рік на дверях розуму життя оберіг. Терпіння у єдності, любові живий потік, багатства фарбами, нехай намалює цей новий рік. Нехай намалюється новий рік. Подводя итоги уходящего года, мы готовы согласиться, что был в нашей жизни некто, прошедший вместе с нами последний отрезок пути длиной в 365 дней. В прошедшем году мы все острее ощущали великую борьбу, которая в последнее время становится все агрессивнее. Но вместе с этим наша надежда становится все актуальнее и четче. Путешественник, например, знает, что когда он увидит определенные указатели
или приметы, это будет означать, что его путешествие близится к концу. Точно так же признаки, которые мы сегодня наблюдаем в мире, показывают нам, что время возвращения Иисуса очень близко. Христос – наш маяк на берегу, сияющий во тьме для нас. Он – наша единственная надежда в этой буре жизни. Даже если мы не можем увидеть Его, Он рядом, и Он благополучно приведет нас к спокойному берегу, где мы сможем отдохнуть от всех невзгод и волнений. В новом году живите этой надеждой. Говорите об этой надежде. Всей своей жизни провозглашайте, что Иисус скоро придет. Мы здесь собрались встречать Новый год и вместе ликуем, как Божья семья, и что этот вечер нам пользу пойдет, пред Богом свой маленький плод принесет. Ты этому веришь? Я верю. И этот мы вечер Ему посвящаем, и славим мы Бога, Его мы друзья, и что благодати Его пребываем, и кровью Иисуса грехи омываем. Ты этому веришь? Да, верю, чтоб людям вещали спасенье Христово, и чтобы спасенье узнали края, и чтоб мир объят был небесной любовью, и грех свой очистил пролитою кровью. Ты это желаешь? Желаю. Послушай, сестрица, ты слова простого. Тебе в этот вечер скажу не тая, чтоб в царствии вечном нам встретиться снова. Для этого надо быть только готовым. Пусть злится сильнее холодная вьюга, но скоро с весною проснется земля. Сносить все невзгоды, готова ли подруга и быть Божьим светом житейского круга? Желаешь трудиться? Желаю. Пройдет еще год, и сойдемся мы снова встречать Новый год, твердо в вере стоя. И снова звучать будет Божие слово, и с нами вновь будет охрана Христова. Ты этому веришь? Да, верю. Нас враг для раздора причин не найдет, и мы пред несчастьем не склоним главы. И что этот год на пользу пойдет, и что в людях многих Христос оживет. Мы этому верим. Да, верим. А вы? Светить с тобой среди этой тьмы мы должны светить, ведь свет Христа для мира это мы должны гореть, всегда гореть во мраке среди зла, мы должны гореть, ведь нас с тобой любовь Христа зажгла. Сделать тьму своим кумиром, мир погибели спешит, но Христос — источник света, мир принес любовь и мир. Будет свет Его чудесный для людей отображать, Его словами и любовью в мире грешников спасать. Мы должны светить, всегда светить с тобой среди этой тьмы. Мы должны светить, ведь свет Христа для мира — это мы должны гореть, всегда гореть во мраке среди зла. Мы должны гореть,
ведь нас с тобой любовь Христа зажгла. Живым огнем мы должны светить, всегда светить с тобой среди этой тьмы. Мы должны светить, ведь свет Христа для мира это мы. Мы должны гореть, всегда гореть во мраке среди зла. Мы должны гореть, ведь нас с тобой любовь Христа зажгла. Самые длинные темные декабрьские ночи. Они окутывают землю бархатной тьмой. А ранние сумерки быстро скрывают такой короткий день. Может быть, это и есть одна из причин, по которой люди в этот период так тянутся к свету, украшая свои дома сиянием тысяч мерцающих огоньков. Нет времени в году ярче, чем рождественские и новогодние праздники, традиционно сверкающие иллюминацией. Но тот ли это свет, о котором говорил Христос, когда учил своих слушателей? «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». При свете можно увидеть вещи такими, какие они есть. От света ничего не спрячешь и не утаишь. Иисус говорит: «Я свет миру». Он обещает осветить путь перед нами и показать нам выход из самой густой тьмы. Никакие христианские дела, обряды или организации не могут наполнить нашу жизнь светом. Без Иисуса Христа все, что называется христианским, не имеет никакого значения. Его преображающая жизнь и любовь – свет людей. Сияет в нас и через нас, освещая темный и порой такой опасный мир. Будь как все и без оглядки, и пусть не будет все.
ты за Господа держись, я прошу, не оглянись. Когда тени подступают, и когда сомнения побеждают, скорби ожидают на пороге, знай, что ты на правильной дороге. Он твои печали точно знает, за него держись, не отпуская. Он с тобой и в радости, и в горе, и поставит ноги на просторе. Смотри по сторонам, их обещания ложь, и за объятиями у них скрывают острый нож. Не будь как все без оглядки, и пусть не будет все так гладко, но ты за Господа держись, и я прошу. Когда в сердце приходит рассвет, это сладостный час для души, это тот долгожданный ответ, что вопросы мои сокрушал. Это Божий спасительный луч, осветивший ненастную тьму, что пробился сквозь полчища туч в мою мрачную злую тюрьму. Это нежность отеческих строк, это веры крепчайший канат, Божьей милости вечный поток, за завесу внимательный взгляд. Когда в сердце приходит рассвет, это новая веха в пути. Сколько б ни было сумрачных лет, остаются они позади. Когда в сердце приходит рассвет, это в нем воскресает Христос. Он любви обновляет завет, открывает источники слез. Если в ком-то горит Божий свет, если в ком-то ты видишь Христа, это знамя нелегких побед, это сила молитв и поста. Когда в сердце приходит рассвет, это значит, что изгнано зло, нету боли и горечи нет. Рассвело, наконец, рассвело. Свет лучезарный божественных истин мир согревает теплом, и разливаясь потоком лучистым, солнце зайдет в каждый дом. Все в этом мире тянется к свету, солнце всем светит одно. Тысячу лет согревая планету, не угасает оно, не угасает оно. Ярко сияют и греют планету любви неземные лучи. Все в этом мире к этому свету тянется днем и в ночи.
свету. Солнце всем светит огнем. Тысячу лет согревая планету, не угасает оно, не угасает оно. Все в этом мире солнце всем светит одно. Тысячу лет согревает. Перелистнули. Так уж мы люди устроены. Любим считать, пересчитывать, находить точки отсчета и промежуточные цели. А ведь между вчера и сегодня никакой разницы, кроме как поменявшихся цифр в дате. Обнулившийся календарь, увы, не обнулил наши кредиты, проблемы в отношениях, страхи, списки неотложных дел и насущные нужды. И тем не менее, сегодня мы начинаем все сначала. Потому что новые цифры, потому что Новый год. Как тебя постигнуть, как, скажи, понять глубину твоих небесных слов? Как на крест вела тебя за всех нас умирать, твоя любовь. Как постигнуть милость, ведь уже не раз я летела, падая на дно, но опять прощала, поднимая вновь и вновь, твоя любовь. Выше звезд и больше неба, ярче всех огней, всех сильней, нужнее хлеба и глубже всех морей, больше жизни, больше смерти и громче тысяч слов. Мигом ближе звук твоих шагов, с каждым днем быстрее бег часов. Все пройдет однажды, но останется она, твоя любовь, твоя любовь. Выше звезд и больше неба, всех огней, всех сильней, нужнее хлеба и глубже всех морей, больше жизни, больше смерти и громче тысяч слов, твоя любовь, святая любовь. Однажды.
больше жизни, больше смерти, и громче тысяч слов твоя любовь, святая любовь, выше звезд и больше неба, ярче всех огней, всех сильней, нужнее хлеба, и глубже всех морей, больше жизни, больше смерти, и громче тысяч слов твоя любовь, святая любовь. В любом бушующем море неопределенности лоцманом должен быть тот, кто в бурю способен увидеть маяк в гавани мира. Во Вселенной есть только одна направляющая рука, лишь один поистине надежный свет, один неизменный маяк для мира. Этот свет — Иисус Христос, свет и жизнь мира. Мы живем, запутавшись в проблемах, и не знаем мы, куда идти. Мир погряз в законах, теоремах, сколько лабиринтов на пути. Манят в темноту дороги эти, замер в нерешительности мир. Только есть маяк на этом свете, он один для нас лишь ориентир. Пускай склоняется планета перед звоном злата, серебра, Он учил идти дорогой света, быть всегда на стороне добра. И творил добро он бескорыстно, бескорыстно людям помогал. И своей улыбкой лучистой этот мир суровый озарял. Ради ближних совершал он чудо, щедро он любовь свою дарил. Видел он прекрасное повсюду, потому что сам прекрасен был. Но как мало было на планете тех, кто красоту его ценил. Но его прекрасная улыбка озаряет мир наш и сейчас, не дает нам утонуть в ошибках, к свету слова призывает нас. И пускай порой мороз по коже, и живем порой мы кое-как, мы должны быть на него похожи, он для нас единственный. Во тьме
тянулся долгий след, то были счастья грезы миражи. Но как свет маяка ты светил для меня, Господь ко мне, любовь твоя. Для корабля и в миг отчаянной борьбы, как свет во тьме сияешь ты, и если враг окутал душу и надежды гаснет луч, то будет лишь сильнее светить сквозь Млечный Путь твой свет любви. Романтика маяков манит к себе множество людей. Это действительно впечатляющее и вместе с тем жизненно необходимое сооружение. К маякам люди издавна относились с любовью. Очень часто от них зависели жизни находящихся в море. Не зря образ маяка стал символом надежды и спасения. Свет маяка означал, что долгожданная земля уже рядом. Ты и я. Мы носим почетное звание христиане, а значит, мы призваны быть своего рода маяками, которым Господь повелел отражать Его свет окружающим. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. В новом году желаем вам светить всегда и везде, озаряя светом познания Божьей воли и согревая Его добротой. Обитый забот сквозь
тугое сплетение житейских невзгод. Мы услышать должны дивной музыки звук, этот голос любви, покоряющий слух. Я хочу, чтобы в нас этот свет не погас. Я мечтаю. Для предотвращения катастроф на море достаточно одного маяка. Также достаточно одного человека, светящегося светом истинной благой вести, чтобы сокрушить тьму на месте действия. Свет маяка – это единственная надежда для кораблей, находящихся в море. Свет Иисуса – это Его любовь, доброта, милость и прощение. Имеющийся в нас свет Христа – это единственный метод, который направляет людей в надежный порт под названием Божье Царство. Ты мой причал, ты мой желанный берег, к тебе спешу в судьбу благодаря. Я жертву приняла и свято верю, что примешь и ты обитель меня. О мой Господь! Души моей отрада, за все твои дары благодарю. Мне на земле совсем немного надо, с любовью и надеждой ввысь смотрю. Благодарю за каждое мгновение, которое сближает нас с тобой. Благодарю за все благословения, что ты даешь израненной рукой. Хвала тебе, Отец мой всемогущий, за красоту твоих святых небес. И я не знаю в мире места лучше, ты приготовил мне страну чудес. Когда-нибудь мы встретимся с тобою. Ты берег мой, ты мой родной причал. Я за тобой, за каменной стеною, ты на Голгофе небо мне отдал.
прошло, все, что будет, пройдет. Лишь одно не исчезнет вовеки. Мое сердце нашло неземную любовь и кристальные чистые реки. Мое сердце нашло неземную любовь и кристальные чистые реки. Не мутнеет поток, не мелеет река. Чистой радости посланной Бога, и пройдя 100 дорог, я стою у креста, и не нужно мне места иного, и пройдя 100 дорог, я стою у креста, и не нужно мне места иного. Совет заключен благодатный, здесь любовью горя за меня умер тот, кто земной пыли не был запятнан, здесь любовью горя за меня умер тот, кто земной пыли не был запятнан. Его чистоту, его красоту, и его неповинною смертью мне дана благодать тихо верить и ждать, предвкушая желанную встречу. Вкушая желанную встречу. Говорят, что век привычных нам маяков уходит в прошлое. Сегодня это экзотика, возле которой любят фотографироваться туристы. Конечно, с приходом в нашу жизнь современных орбитальных спутников, навигаторов и интернет-проводников, маяки лишились своего первоначального значения. Однако эти удивительные памятники человеческой изобретательности и тяги к странствиям остаются интересными историческими достопримечательностями и в какой-то мере произведениями искусства. Эти строения, пережившие на своем веку не одну бурю и спасшие жизни многих моряков, мы часто видим на побережье.
дитивний пас, в душі так важко, на серці жах. В світі шукаєш щасливе життя, та знай, без Бога нема буття. Життя во море без хвиль не буває, найслабший потопає вмить, бо наш скала, маяк наш тумані, він для тебе у пітьмі горить. Голос ангела з неба закликає усіх: покайтесь, о люди, покиньте свій гріх. Бога прославте, від смерті він спас, пролив кров свою він за вас. Життя мов море без хвиль не буває, і найслабший потопає вмить, бо наш скала, маяк наш тумані, він для тебе у пітьмі горить. Часу так мало, о, зупинись, звернись до Бога, йому молись. Благання почує, обійми прийме, в надію спасіння тебе візьме. Життя во море без хвиль не буває, і найслабший потопає вмить, Бог наш скала, маяк наш тумані, він для тебе у пітьмі горить. Бог наш скала, маяк наш тумані, він для тебе у пітьмі горить. Интересно, как это жить на маяке? Наверное, очень романтично. Перед тобой бескрайнее изумрудное море, синева небо, белоснежный пляж и крик чаек. Ты так думаешь? Ну, вот представь себе на минуточку. Тебя поставили служить смотрителем маяка. Это тебе занятие не для слабаков. Ты должна жить в постоянной готовности сохранить свет, пережить жестокие шторма в отдалении от людей. А в случае кораблекрушения сразу идти на помощь. И это еще не все. Ты должна безупречно владеть собой, сохранять хладнокровие в опасной ситуации и уверенно чувствовать себя на большой высоте. Готово! Смотрители маяков всегда шли люди с особым складом души. Посылая свет другим, они обрекают себя на полную отдачу. Главная задача служителя на маяке – не дать погаснуть свету. От этого зависят жизни многих людей. И поэтому, что бы ни происходило, какие бы штормы ни бушевали вокруг, в любое ненастье, в праздники и будни, в мирное время и во время войны, маяк должен светить всегда. Ты сам, твоя семья, твоя церковь можете стать смотрителями маяка, поддерживающими яркий свет во мраке и указывающими правильное направление заблудшим и потерянным в бушующем греховном мире. Мы должны светить людям в этом новом году. Несмотря ни на какие препятствия, не забывайте слова, сказанные Иисусом: «Вы свет миру».
У Бога есть план для жизни твоей. Не зря от греха Он не избавит тебя. Ты должен стать светом Христа для людей, святой любовью из всех возлюбя. Ты должен стать светом, свети, друг, не гасни. Ты должен стать светом в всем мире и опасным. Вражда и неверие нас окружает. Ты должен стать светом, Христос призывает. Зажегший светильник не ставить укромно, ты должен светить им, родным и знакомым. Пора бы поднять нам всю истину эту и светом Христа озарить всю планету. Твоих укроюсь, ты как зеницу сохрани. Прошу мне хлеб святой и воду подари. Хочу с тобой поговорить, боль души своей излить. Хочу склониться в тишине у ног твоих. Спешу у ног твоих склониться, чтоб посвятить свою судьбу и в тени крыл твоих укрыться, Боже, добрый Бог. Спешу на место чудной встречи, где ты обитель сотворил. Мы навсегда там будем вместе, Боже, я жизнь моя, лишь водвориться я желаю навсегда. Там покой душе найду, там я вечность проведу, там осанна воспою мой вечный Бог. Спешу посвятить свою судьбу и в тени крыл твоих укрыться, Боже, добрый Бог. Спешу на место чудной встречи, и ты обитель сотворил. Мы навсегда там будем вместе, Боже, я и ты. Чтоб посвятить свою судьбу и в тени крыл твоих укрыться, Боже, добрый Бог. Спешу на место чудной встречи, где ты обитель сотворил. Мы навсегда там будем вместе, Боже, я и ты. Христианин в своей жизни может пережить не один шторм. Бури нагрянут в виде определенного бедствия или трудностей разного рода. Это могут быть проблемы со здоровьем, проблемы в семье, юридические проблемы или что-нибудь другое. Список можно продолжать и продолжать. Мы не знаем, в какой буре сейчас находитесь вы, но не падайте духом. Вы ее пройдете, держитесь. Есть хорошие новости о штормах. У них есть начало, середина и конец. Может быть, ваш шторм бушевал какое-то время. Но знаете что? Возможно, он уже заканчивается. Так что не сдавайтесь, не теряйте надежду. В последнее время людям очень понравилось присваивать годам разные символы. Есть год петуха, год быка, год крысы.
Но если когда-нибудь вас или меня спросят, какой символ 2020 года, я не только отвечу вам, я его покажу. Вот эта вещь стала символом года. Вся планета одела маски. Очень много людей заболело. Заболели наши друзья, наши близкие, родные нам люди. И не только коронавирус косит людей. Очень серьезные болезни сегодня просто подкашивают наших близких. Статистика угрожающая. Я хочу прочитать вам стихотворение, которое написала моя близкая, хорошая подруга, родной мне человек. Она борется сегодня с очень серьезным заболеванием. Она просит у Господа помощи, и мы молимся за нее. Я хочу, чтобы каждый из вас молился за тех людей, которые сегодня болеют, которые нуждаются в ваших молитвах и просят о них. Послушайте это стихотворение. Это крик души. Життя моє море, і різне бувало, як в справжньому морі, і штиль, і шторми. Є злети й падіння, є легкість і втома. Були перемоги, поразки були. У нову країну із старого порту я відпливала на маленькім човні. Погода чудова, море спокійне, ніщо не звіщало якоїсь біди. Та вітер північний став хвилі здіймати, мій човен кидало, мов тріску яку. І хмарами небо вдяглося, сховало останній промінчик надію мою. Море штурмило, небо чорніло, здавалось, не втримаю весла свої. Та щирі молитви мої й побратимів до мого Ісуса донестись змогли. Мій добрий і вірний, мій сильний, надійний, з'явився, коли сили слабли мої. Він просто сів поруч і тихо промовив: «Я тут, я з тобою, дозволь помогти». Ми взялись за весла, і так стало легко, не мов би це зовсім не весла були. Світлішало небо, і сонце вривалось не тільки у простір, а в серце й думки. І хвилі вляглися, і чайки кричали, і уста промовляли подяку Христу. Він просто був поруч, мене не залишив. Не втомлюсь йому возносити хвалу. Бог мій капітан на землі і на морі. Хоча човен мій невеличкий, слабкий, та впевнена я, що зустрічні незгоди здолати зумію з Христом, капітаном моїм. З Новим роком, дорогі друзі! Не хворійте! Oh,
Часто церковь сравнивают с кораблем, плывущим по опасному и бурному морю. А корабли без путеводного света маяка очень быстро собьются с заданного курса. Но вот интересный вопрос. Какой именно мы корабль? Один священник сказал, что 85% всех кораблей можно уподобить туристическим кораблям, которым следовало бы стать военными. Туристические корабли или военные? Что может быть проще и яснее? Вспомните, что происходит на туристическом корабле. Пассажиры не делают никакой работы. Они не несут никакой ответственности за корабль. Кто-то другой заботится обо всех их нуждах. Совсем другое дело – военный корабль. Каждый член экипажа отвечает за определенный участок работы, который он должен максимально точно выполнить. Все члены экипажа должны тесно взаимодействовать друг с другом, потому что от этого зависит успех задания и сама их жизнь. Здоровая церковь должна быть похожа на военный корабль. В задании церкви вопрос жизни и смерти окружающих людей и самих членов. Мы призваны пронести весть Евангелия и помочь нуждающимся. И каждый член церковного экипажа имеет божественное призвание определить и занять свое место в миссии церкви. Каждый, кто хоть раз проводил свой отпуск на туристическом лайнере, согласится, что образ жизни на нем и на военном корабле диаметрально противоположен. Пассажиры-туристы – отдохнувшие, загорелые, упитанные и умиротворенные. Военные моряки – стройные, подтянутые и собранные, готовые в любой момент выполнить свою задачу. Церковная жизнь не является отпуском. Мы все члены большого экипажа, и пусть в новом году наша церковь будет похожа на военный корабль, всегда готова выполнить свою задачу и не сбиться с курса. Если ты устал, подниму, если ты.
через есть такая поговорка: для корабля, у которого нет курса, не может быть попутного ветра. К сожалению, каждый день нас подстерегает опасность отвести свои глаза от путеводного света маяка. И тогда подстерегает опасность сбиться с правильного пути. Ежедневная суета, заботы, быт, посиделки в интернете, друзья, с которыми так здорово можно провести время, все это может стать помехой на пути света. Если мы станем смотреть на мощь и ярость стихий, которые бушуют в мире, политические стрессы, катаклизмы в природе, падение курса доллара, все это вместе взятое может заслонить нас от того, кто может помочь нам не утонуть в морях отчаяния, вражды, удовольствий. А предательски ложные огни этого мира могут увести очень далеко от истинного маяка. Мы желаем вам, чтобы в новом году, если наступят периоды, когда вы почувствуете, что большие воды угрожают вам, а бездна готова поглотить хрупкое судно вашей веры, вы всегда смогли бы расслышать среди бури и мрака слова Спасителя. Ободритесь, это я, не бойтесь. Услышь голос мой, дай.
уходит в вечность все. Разлуки и свидания, обиды, слезы, разочарования. Но наша память бережно хранит все то, чего уже не возвратить. А так недавно, встретив Новый год, мы радовались все его приходу и не успели оглянуться, как тот год сменяется опять же Новым годом. Но мы грустить не станем о годах, ведь не для этого все собирались вместе, а для того, чтобы Господь Иисус вновь посмотрел в глаза своей невесте. И дай нам Бог, чтоб этот его взгляд не оказался взглядом осуждения, чтоб в окружении жизненных забот нам не пришлось довольствоваться тенью. Не для того он нас хранил от бед, не для того он нас благословляет. Господь сказал, что мы для мира свет, и он увидеть этот свет желает. Не в Новый год, не в Рождество, не в Пасху. Всегда, пусть даже нелегко, мы не должны печалиться напрасно. Ведь с нами всемогущий Бог. Так пусть же будет наша жизнь чиста. Пусть каждый день наш будет Новым годом, чтобы прославить Господа Христа хорошим делом или добрым словом. Дорог, любовь, фор,
начало нового года, время, когда можно все исправить. Уже сегодня мы можем готовить себя к тому, чтобы в конце наступающего года сказать, как хорошо, что... Как хорошо, что я не упустил открывшихся возможностей, был на страже своих желаний, бодрствовал во время искушений, был верен в малом, выполнил обещания, стал сильнее в вере и еще отчетливее вижу свое будущее. Хочется пожелать вам уверенности, с которой вы могли бы сказать в конце наступающего года вместе с апостолом Павлом. Течение совершил, веру сохранил. Такая уверенность доступна тем, кто каждый день живет с Богом и видит в нем свой свет. Не спускайте своих глаз с верного маяка, который и сегодня светит всем плывущим по опасному морю жизни и удерживает ваш корабль вдали от опасных подводных скал. На Голгофе был крест воздвигнут, там твои грехи он омыл. Он настолько тебя сильно любит, так он хочет, чтоб ты вечно жил, что пролил свою кровь на Голгофе, чтобы ты больше слез не лил. Там места нет для беды слез, там примешь ты венец и звезд, тебя там встретит сам Христос. В
больше нет, там будем петь мы без побед, в краю, где слезы смерти нет, в краю, где слезы смерти. Еще один год улетел в бесконечность. На год еще стала взрослее земля. И еще шаг навстречу к нам сделала вечность. И снова мы вместе, Христова семья. Мы славим Иисуса, что, смело шагая, народ Его шествует дружно вперед, что наши ряды, каждый год умножая, сам Бог свою церковь за руку ведет. Спасибо, Господь, за дар жизни бесценный, за год уходящий, свет прожитых дней, за то, что любви Твоей пламень священный призвал и сплотил Твоих новых детей. Тебя прославляем, что крепко сжимаешь Ты каждую руку в народе Твоем, за то, что Ты с нами в борьбе побеждаешь, и мы за Тобой к вечной жизни идем. Мы снова Тебе свою жизнь посвящаем. Хотим быть навеки Твоими детьми. Что Новый год принесет нам, не знаем. Но Ты, Иисус, нас в объятия возьми. Возьми и держи, чтоб никто не отринул, не вырвал, не выхватил нас у Тебя. Чтоб церковь Твою ни один не покинул. Чтоб вся сохранилась Христова семья. Скоро грядет он, нам надо дождаться, встречи желанной с любимым царем. Все претерпев, будем мы наслаждаться Родиной, вечностью, жизнью с Христом. Я люблю Сына Твоего, славы Ты, Его имя, в истине, Сына Твоего.
Спасибо, что вы были с нами на протяжении нашего служения. Пусть наша программа послужит вам утешением и поддержкой в океане жизни. Наилучшие пожелания вам от Славянской Церкви Адвентистов Седьмого дня города Сакраменто. Божьих благословений! До новых встреч!